Исследователи из Итальянского технологического института создали первого человекоподобного робота, способного летать. В этом ему помогают 4 реактивных двигателя, 2 из которых расположены на руках андроида и еще 2 в специальном ранце за спиной. Разработка под названием Iron Cup по задумке создателей в будущем поможет проводить поисково-спасательные операции в местах слишком опасных или недоступных для людей. Вес робота 70 килограммов. Сейчас проходит испытания. Наша конечная цель – создать технологию, которая будет помогать в ликвидации последствий стихийных бедствий. При помощи этого робота мы можем действовать удаленно. Это очень важно, если речь идет о масштабных авариях и катастрофах. Робот будет прилетать и осматривать территории, оценивая масштаб трагедии, а также состояние пострадавших и выживших. Это передовая технология для реагирования на стихийные бедствия.